пожалуйста. И вот такой набор лыжников мужчин мужской половины казахстанской команды. Правда? Здесь лыжников много. Отличились еще команды Франции, которые сейчас на третьем месте и, скорее всего, не упустят этого общекомандного места. О, сколько народу. Очень много. Вы наши капитали здесь.
Косов, Сергей Лытнев. Практический форум в составе команды России проходит в лидирующей группе на отметке 5 километров, как и тройка казахстанских лыжников. Двухкилометровый с небольшими перепадами, с короткими спусками, подъем на отметку 2,5 километра. Круг заканчивается, 5-километровый круг заканчивается отметкой 3 километра, потому что после этого стремительный спуск и заключительные две версты на каждого круга. Настоящий скоростной спуск на лыжных горках, на лыжах, на ровнинках, на гоночных лыжах, но скорости сопоставимы с горнолыжными на последних 2 километрах дистанции. Лыжники российской сборной. И вот мы видим Валерия Донтарева, номер 4, и Дмитрия Ростовцева. Многократный чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер мирового чемпионата среди молодежи юниоров 2015 года здесь, в Алматы. Он студент Российского государственного института физической культуры. И, как и Валерий Гонтарь, два сейчас впереди спортсмена, самые успешные на турнире по лыжным гонкам. На их счету номером, контролируя и успевая реагировать на все маневры лидеров, российских лидеров этой гонки. Пока они держатся в основной группе, но вот уже есть и сошедшие. Что-то случилось у спортсмена под номером 31. Это швейцарец Арно Дупаскуе. Some problems for you. Arno Dupaskuye from Switzerland. И первый сошедший из дистанции, кажется,